С необычным уловом вернулся с рыбалки житель села Большая Пучкома Удерского района. У кромки воды под высоким берегом Вашки он обнаружил окаменелые челюсти крупного животного. На фото виден ряд отчетливо сохранившихся зубов. Весит находка около 10 килограммов. Ученый-палеонтолог дал заключение – останки принадлежат мамонту. Находка эта интересная, но не уникальная. Ранее в Коме уже находили окаменелости древних животных.